Ну вот, настало то время, когда мы будем сейчас с боссом Мэки участвовать. И давайте я куплю мотор повыше. Все, поехали. Да, денежки мы потратили. Почти 103 тысячи. Ну а что ж поделаешь? Должны же мы эту Мэки выиграть все-таки. Я не знаю. Так, пока идем нос к носу. Ой-ой-ой, нет, нормально, все нормально. Так. Вроде бы как мы от нее отрываемся. Вот этой Мэки вонючки. Ой-ой-ой, Мэки вонючка. Даем. О, нормально, нормально. Давай, едем. Еее, победа. Офигеть, первое место заняли мы. Фух, круто. Давайте еще раз. Так, здесь трасса уже посложнее будет, мне кажется. Есть, идеальный старт. Вообще идеальный старт очень важен. Очень важен здесь. Так, и надо приземляться еще. Аккуратно. Ой-ой-ой, нет. Тихо, главное не снести кабину. Смотри, Мэки вонючка. Ах ты, Мэки вонючка. Давай назад немножко и вперед. Опа, вдвоем прям едем, нос к носу. Нос к носу. Опа, нет, пожалуйста, Мэки вонючка. Отстань. Отвали. Есть, первое место сейчас займу. О-о-о-о. Два раза первое место, ребята. Это победа. Даже если я сейчас приеду вторым. Главное не разбиться. Даже если я второй приеду, я уже победил. О! Видишь, я знал, что здесь будут такие сложности. Опа, здесь нормально все. Опа, второй удар. А, нет, вонючка, не разбейся, нет! Мы разбились, да как так? К сожалению. Ну, мы заработали, смотри, все равно первое место. Мы выиграли в этой Мэки. Есть, соревнования разблокированы. Ох ты. И мы разблокировали новый автомобиль. Хилкинг Рейслинг МК2. Офигеть. Достижение, блеск. И мы еще открыли события. События начнутся через один день. 0 часов, офигеть. Ладно. Давайте возьмем в приключение сельскую местность. И мы открыли новый. Он 9 косарей стоит. Превосходно собранное шасси с огромным мотором V8 с двойным турбонаддувом гарантирует отличную скорость. А покупаем, приобрести. 9 косарей стоит. Офигеть. Да, недешево, но стоило. Ладно, давайте поедем. Попробуем по монетке пособирать. Так, вот такой вот у нас джипик. Угу. Слушай, а прикольный джип. Мне джип нравится. Мы его прокачаем. Так, 100 монет. Готово. Едем. Да, наконец-то я открыл этот джип. Я вот так хотел открыть давно уже. Где-то месяц, наверное, прошел. Как я его не мог открыть. Но улучшили мы двигатель у автобуса, и как раз мы выиграли у этой Мэки. Очень даже хорошо. Да, быстрый автомобиль. Красивый. Джипик такой. Очень даже хорошенький. Я бы сказал, что это даже Monster Truck. Наверное. Ну, похож на Monster Truck, да. Только колеса маленькие, если бы большие колеса были бы побольше, ну. Ладно. Так, зарабатываем мы монеты. Хорошо. Теперь уже можно его немножко будет прокачать. Не знаю. Либо автобус дальше прокачивать, либо этот джип. Ну, сейчас посмотрим, кто доедет дальше. Джип или автобус. Будем смотреть. Так, пока автобус лидирует. Ну, посмотрим, далеко ли он доедет. И далеко ли доеду я, потому что у меня двигатель же вообще не прокачанный. Но машинка, конечно, классная. Очень даже.
А монетки, что мы потратили за этот джип, ничего страшного, 9000 мы дали. Мы наверстаем в гонках. Вот даже, допустим, сейчас, смотри. 140 монет. Нормально? Нормально. Опа. Едем. Ну да, неплохо поднимается в гору автомобильчик. О, что-то слабо. Что-то. Давай. Нормально. Слабенько как-то. Не хватало мощности. О, здесь будет сложнее, конечно. Ну, давай. Не хватает мощности. Еще раз пробуем. Все-таки надо движок покупать. Смотри, как пыхтит, тарахтит движочек. Аж черный дым идет. Все, разбились? Ну и ладно. Так, это еще такое, что это такое? Спортивный автомобиль, 200 рублей стоит. Ладно, спасибо. Потом куплю. Ага, ребятушки. Вот такая вот такие гонки. Проехать как можно больше, как можно дольше. Мы едем на новом джипике нашем. Сейчас посмотрим, сколько мы сможем заработать денег. И далеко ли мы проедем. Угу. Прекрасный джип, вообще прекрасный джип. У меня, ребята, пополнился гараж новым автомобилем. Вот таким вот джипом, который мы открыли с вами. Выиграли мы гонку у Мэти. Но надо будет джипу еще покупать. Двигатель новенький. Но деньги, конечно же, он стоил 9000, джип. А деньги я коплю, знаете, ребята, для чего? Для новой карты. Поэтому как бы не знаю, что и делать. И прокачать тачку хочется. И хочется, конечно же, новую карту открыть. Ну, я думаю, мы прокачаем обязательно машинку. Потому что ее нужно прокачивать. Потому что все блогеры, которые снимают Hill Climb Racing, у них все машинки прокачанные. Поэтому я буду прокачивать все машинки. Обязательно прокачаем. Но не сейчас. Потому что очень дорого прокачивать, на самом деле. Там только двигатель один стоит, там 2000, 3, потом 5, потом 8, потом 12. Офигеть! Где столько денег я возьму сейчас? На данном этапе прохождения игрушки. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, аккуратно, нормально. Едем. Вроде бы как. Далеко мы с вами проезжаем. 900 метров мы проехали. Едем дальше. А вот у нас и денежки. Сейчас подъедем. Заберем монетки. Есть. 140 монет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное не стукнуться. Так, ну смотри, машина вроде бы тьфу-тьфу-тьфу не ломается. Все, мы здесь проехать уже не можем. Да, смотри, не хватает мощности. Поднимаемся на колесо. Опа, давай еще. Еще чуть-чуть. Тихо, давай. Ну все, ну поднимается, видишь. Встаем на дыбы. Ой-ой, а смотри, там стена какая-то прозрачная. Проехать не можем. Все, бензин закончился. Ладно. Протестировали мы эту трассу. Все с этой трассой понятно. А будем тестировать другую теперь трассу. Что ж делаешь? Ничего не поделаешь. Так, это мы были в лесу. А давайте в городе теперь. В городе. Поехали. Так, в городе тестируем. Ой-ой-ой, тихо, нормально все. Так, уже 17 тысяч монет у нас.
А вообще эту горы эти откроем или нет? 30 тысяч монет надо для открытия трассы горы. Это очень много. Ну ладно. Будем собирать деньги, прокачивать. Так, смотри, 110 монет нам дали. Спасибо. Спасибо. Здесь главное головой не стукнуться. О, это еще, смотри, 100 монеточек. 120 монет. 18 уже в итоге. 18 тысяч. Угу. Аккуратно, так, не переворачивайся. Все равно не хватает у нас мощности на двигателе. Вот, еще 140 монет, хорошо. Да, прикольный транспорт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а что оно тут все заваливается нафиг? Так, 150 монет уже. Едем. Опа! Надо сюда магнитик какой-то поставить. Но, кстати, тут ничего на этой машинке нет. А, вот здесь надо аккуратненько заехать. Я помню это коварное место. Постоянно я там врезаюсь, в воду падаю. Опа, 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 опа. О, давай, 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 пожалуйста, доедь. Нет, не смогли мы доехать. Упали в воду, да. Ну что ж, и так тоже хорошо.